need to capture and hold as many objectives as possible. Granate ist unterwegs! We have taken objective Caesar. We are losing objective Anton. Attention! We are losing objective Emil! В целом игра, конечно, неплохо смотрится.
Чувствуется разница между Battlefield 5 и Battlefield 1, то есть предыдущей частью. Хотя предварительно по трейлерам вызывало скепсис, то есть что будет просто редизайн, грубо говоря. Здесь игра совершенно по-другому ощущается. Попробуем со снайпера поиграть, посмотрим, насколько сильно поменялся снайперский режим. То есть лечить теперь может у нас не только медик, я так понимаю, да? Или медь другой. Любой другой класс. По крайней мере, снайпер точно может. Понятно. Спасибо за информацию насчет медика. Ну вот это на самом деле очень интересный момент, то что в отличие от предыдущих частей есть возможность спасти своего напарника. По-моему, это очень неплохо сделано и сильно увеличивает динамику игры. Сейчас прицеливание, то есть когда наводишь оружие, ты понимаешь, что ты все-таки навел его, в отличие от, опять же, первой части. На джойстике на самом деле удобно играть в такую игру, потому что учитывается отдача и так далее, то есть вибрации все гораздо интереснее, нежели просто мышкой водить.
систему восстановления здоровья, я так понимаю, где-то через какое-то время. Но детализация оружия мне очень нравится. Я на самом деле прям удивлен. Выглядит игра очень хорошо. Не, ну, учитывая, что бета здесь полноценная, на самом деле это очень круто, что сейчас стали разработчики дали такую возможность поиграть в полноценную игру. Ограничены только временем, скажем так, этой самой беты. То есть перед покупкой прекрасно можно понять, насколько хорошая или плохая та или иная игра. We have now taken objective beta. Потрясающая вода на самом деле. То, что игра стала ощущаться гораздо динамичнее, это факт. В сравнении с Первой мировой, здесь очень быстро происходит. Конечно, привыкнуть надо к этой динамике. Ну, в целом, очень неплохо. Пока не совсем понятно по поводу кастомизации оружия. Но даже с этим набором, в принципе, можно вполне удачно воевать. Да, это первая катка. Я, собственно говоря, только установил игру. Сейчас пытаюсь вникнуть, то, что здесь происходит. Карты, я так понимаю, стали более масштабные. Грант операции, да, я думаю, это интересно. Так, поднимаем напарников. Они поднимаются. Обязательно сыграю, сейчас посмотрю. А, флаги, да? И строить сочные взрывы. Оружие, конечно, очень сильно дает отдачу, то есть надо его, конечно, стабилизировать, привыкать к каждому типу оружия. С одной стороны, это неплохо, потому как чувствуется разница между тяжелым вооружением, легким и так далее, там, пистолетом, автоматом. Оружие не картонное. Warning, we have lost objective Emil. Конечно, есть еще такие баги в плане провальной в текстуры, но... Учитывая, что это open beta, я думаю, на релизе все это дело подтянут. В целом все очень неплохо. Опять же, режим вот этого появления за спиной своего союзника мне очень нравится, как это просто выглядит. Видит картину боя. Ух, ёлки. Ой, это танк. Вот танк, кстати, не ощущался. Well done. We have taken objective Emil. Я думал, это какой-то пулемет обычный. Objective Anton has been lost.
Что касается погодных условий, опять же, себя погромче или игру потише. Сейчас, минуту. Так, я думаю, будет слышно меня игру. Так, не совсем пока понятно по поводу техники на карте, как она распределяется и так далее. То есть она здесь пока очень хаотично выглядит и не совсем понятно. Так, ну вот, например, тот же танк сейчас у нас. Скажем так, не внушает пока доверия. Он очень игрушечный, смотрите. Вот этот режим смерти, точнее такой предварительной смерти, мне очень нравится. То есть то, что я могу, во-первых, смотреть вокруг, позвать на помощь, либо ускорить свою смерть. Очень неплохо сделано. Очень хочется посмотреть, как выполнен ближний бой, но пока что такой возможности нету. Давайте попробуем позвать на помощь. К сожалению, не видно, есть ли кто-то рядом. Хотя обычно писалось, что там медик рядом и так далее. Здесь не совсем понятно, есть ли хоть кто-нибудь, кто готов нам помочь. Отряд может быть и мертв, но другие игроки, которые играют за медиков, все равно должны быть видны. То есть даже вне отряда. Повезло. Или не повезло? Нет, все-таки ему не повезло. Так, что-то у нас открылось. Видимо, какая-то прокачка оружия. В целом, очень неплохая дальность прорисовки. Нет вот этого эффекта размытия, скажем так, который мешал очень сильно в Battlefield 1 и не давал возможности прицелиться на длинные дистанции, потому чтобы не было понятно, есть там враг, нет там врага. Здесь достаточно все хорошо просматривается, даже без оптики. Видно, что не вся механика, конечно, перелопачена, но то, что над игрой работали, видно. Хотя и какие-то моменты вызывают вопросы. Механика бега, например, взята с прошлой части, к сожалению, она не является прям уж очень хорошей.
Cortez, I thrust. В целом все, все неплохо. Сказать, что это, конечно, прям разрыв шаблона и лучшая игра, ну, здесь пока под большим вопросом. Да, она выглядит очень неплохо, но назвать ее там это шедевр какой-то неимоверный. Пока не готов. По крайней мере, на уровне бета это так не выглядит. Достаточно долгие раунды на самом деле. Я думаю, это в принципе можно считать плюсом. Опять же, очень интересная система самолечения и само восполнение патронов. Это вот достаточно интересный момент, потому что, вспоминая старые части и то, как вы долго кричали за медика или там прося патроны, да, это, конечно, очень сильно, опять же, добавляет динамики игре, и это, несомненно, плюс. Так, я так понимаю, у нас из воды стрелять нельзя. То есть просто так не приняли. Хил можно скидывать? Да, да, интересно. Ну, на самом деле, меня сейчас больше всего интересует, какая будет кастомизация оружия, насколько она будет сильно влиять на геймплей. Этого пока не особо понятно. Заспаунить смерть не дают. Немножко все хаотично как-то происходит. Какие-то неестественные позы принимает у меня тело. Но опять же сошлемся на то, что это бета. И к релизу опять же заподтянут все эти баги. Ну, улучшение или модификация — это немножко разные вещи, то есть улучшение именно с точки зрения механических характеристик или именно изменения каких-либо свойств, то есть добавление оптики и так далее.
грубо говоря, насколько будет сильно влиять то, что прокачано у тебя оружие или не прокачано. Будет ли здесь соблюден баланс, скажем так. Это большой вопрос. Главное, чтобы эти модификации в дальнейшем не сильно влияли на игру. И не было очень большого разрыва между игроками, которые уже вкачали оружие, и которые его не вкачали. Хотя бы вот это было шанс. Кто там, по-моему, стреляет, а? Знаешь, как-то мы победили. Неплохо. Ну, учитывая, что я уже 2 ранга получил просто за одну игру, в принципе, я понимаю, насколько быстро все это прокачивается. Так, я хочу попробовать другой режим. Посмотрим, что еще предлагает игра. Время у меня сейчас 3:30, но я думаю, это не столь важно. Так, опять же, не совсем понятно, что у нас сейчас происходит, что у нас грузится. Меня же интересует, какие еще здесь есть режимы. Достаточно длительные загрузки, опять же, не знаю, устранят ли это на релизе, но на данный момент как бы очень все долго грузится. Да, я понял, что я включил тот же режим, я, собственно, пытаюсь из него выйти, но как-то вот меня преследуют достаточно длительные загрузки. И навигации, конечно, пока что не хватает. То есть, опять же, из-за того, что это у нас бета, половина меню всего остального так, как должно, и не работает. То есть я нажал, соответственно, выход. Сейчас он опять прогрузится, мы должны там еще раз, грубо говоря, выход нажать и так далее. Я очень надеюсь, что на релизе этого не будет. Так, грант операция. Ну вот, это, я думаю, будет более интересный режим. Пожалуй, его я и посмотрю сейчас.
Так, у нас идет, я так понимаю, подбор игроков. Очень надеюсь, что сейчас в этот режим наберется достаточное количество игроков, чтобы мы смогли его посмотреть. Среднее время ожидания 1,5 минуты. Ну, я думаю, мы, в принципе, примерно в это же время вот так должны найти игру. Собственно, так оно и произошло. В игре присутствуют некие дневные задания, которые дадут, я так понимаю, нам какие-то бонусы при прокачке. И будут проходить всевозможные ивенты. Ну, собственно, все то же самое, что мы видели в Battlefield 1. Я думаю, здесь просто будет в более глобальном плане. Посмотрим, что из себя представляет режим глобальной операции Battlefield 5 и чем он сильно отличается от того же режима в Battlefield 1. Опять же повторюсь, очень, очень длинные загрузки. То есть для современной игры это очень... Once we've taken back this harbor, the Kriegsmarine will be bloody well sunk. Do your bit and capture each garrison using whatever resources remain. You are Britain's finest, and the enemy are going to find out exactly what that means. Так, я так понимаю, глобальная операция разбита как бы на несколько дней. И начнем мы, собственно говоря. Посмотрим, что у нас доступно из вооружения. Гиверт у нас доступен, да? М1 карабин. А, ну вот, собственно, кастомизация. Я так понимаю, это у нас идет обмотки, всевозможные прицелы. О, господи, ужас какой. А, так, расцветка магазина, расцветка коробки, рукоять. И приклад. Ну, на самом деле, интересная достаточно кастомизация. За исключением, пожалуй, наверное, прицелов пламя-гасителей. Всевозможных форм и размеров. Так, давайте посмотрим, собственно. То есть себя представляет. На самом деле, визуально игра выглядит очень неплохо. Она мне очень напомнила Star Wars Battlefront. Хотелось бы, чтобы были какие-то такие серьезные метели, которые будут очень сильно мешать нам играть. Я там, по-моему, увидел еще одного врага. То, что динамическая погода, это ох, замечательно. Вопрос в том, что хотелось бы именно вот такие серьезные бури увидеть. На этом непроглядные, грубо говоря. Непроглядной метелью.
Ну, вот это прям замечательно, если есть буря. Причем хочется, чтобы это все возникало вот так внезапно. Правда, там. Мы практически убили врага. А на самом деле было бы неплохо, если бы тут еще также был режим истекания крови. То есть если в экране врага там 96%, то у него есть возможность потерять кровь и умереть. Но я думаю, это уже слишком сложно для исполнения таких больших картов, чтобы рассчитать для каждого бойца. Поэтому потерял. Present for him? Снайперы, я так понимаю, у нас также определяются по бликам. И как-то это у них теперь новая система обнаружения. Что сейчас по мне активно стрелял снайпер, я его так и не увидел. Если бликов нету, то тогда это просто будет баланс. Я понимаю, что это бессмысленно, поэтому мы максимально быстро воскрешаемся и в бой. Так, как нам посмотреть статистику нашу? Делаем это потом. Десантники. Замечательная анимация, конечно. Это просто шедевр. Он сложился пополам. Он даже не замерз, он просто сломался. Так, день второй у нас закончен. Я так понимаю, что это не последний день. Да-да, я сыграю по новой, конечно же. А, то есть всего 2 дня, да? Ну, это маловато. В отличие от того, тех же операций в Battlefield 1, там было 3, а то и 4 дня. Ну, я понял уже систему глобальных операций. Ну, мне кажется, они стали менее интересный, нежели в первой части. Ну, смотри, Battlefield 1. Attention, soldiers. We'll be dropping you in to soften up German defenses ahead of the main landing. You need to locate caches. Хотя выглядит, конечно, все очень, очень неплохо. Get yourselves ready and good luck. Пробуем сейчас.
Так, у нас, я так понимаю, две страны воюют. Это британцы и немцы. Вот то, что есть высадка самолета, вот это прям очень здорово, потому что мне это напоминает Medal of Honor Airborne, собственно говоря, очень интересно было. Нет, высадка так очень часто выглядит, мне абсолютно нравится. Чувствуется, что спасибо есть самолеты, и под обстрелом мне нужно сортироваться. Только за одну эту сцену очень большое уважение. Так. А, хорошо, ты сам раскрываешься, да? Ну, допустим, ладно. Допустим, эти условности. Ну, а учитывая сколько самолетов, достаточно мало десантников. Ну ладно, опять же, не будем придираться к игре в этом аспекте. То есть сказать, что игра идеальная, ну, я не готов. То есть, да, неплохая, да, в целом это достаточно большой шаг вперед от Battlefield 1, но это не что-то революционное. То есть, видно какие-то недоработки, видно какие-то уже так, ранее используемые механики. Ну, осталось найти человека с бомбой, чтобы его охранять. Как у нас враги интересно бегают. Ой-ей. Поторопился. Это я поторопился. Так, возрождаемся. Так, спускаемся со снежных вершин. Objective Able is now armed. Немного изменена система навигации по объектам, и я бы сказал, не сказал, что мне это нравится, потому как визуально объекты стало хуже видно, то есть именно точки, куда нужно бежать и так далее. А, опять же, если сравнивать с Battlefield 1, там было очень наглядно и понятно, куда ты бежишь и для чего. Сторон нас обстреливают. Пока что, конечно, оружие достаточно слабое, и даже попадание в голову не дает стопроцентной гарантии убийства. Но я так полагаю, что дальнейшие стволы будут более мощные и... Что такое? Так, кто-то по нам опять стреляет. Стреляет. Не совсем понятно, откуда нас убили. Киллкэм. А, ну, собственно, киллкэма нету здесь, как было в Battlefield 1. То есть за счет этого те же снайперы сейчас получили огромное преимущество. Потому что не раскрывает своих позиций. Так, мне интересно посмотреть какую-нибудь воздушную технику. А, так это по новым играм говорят десантироваться. Не та техника. За высадку, конечно, здесь просто без вариантов.
лайк. Прекрасно. Правда, скорость спуска достаточно большая, но опять же, если не подбираться, то в целом очень все неплохо выглядит. Немножко не хватает здесь скольжения, то есть есть положение лежа, но нету скольжений. Хотя вот, например, соскользить с снежной горы было бы очень правильно. Objective Charlie is now armed. То есть тут нету понятия появиться уже где-то. Нам необходимо опять десантироваться. Это очень долгая анимация десантирования. Просто так появиться так быстро здесь не получится. Objective Baker is now armed. One of our soldiers has picked up explosives. Все остались примерно на том же уровне. We're doing well. Maintain the pressure. Но, конечно, более глобально ощущается окружение. То есть объекты кажутся более внушительными по размерам. Help. Вряд ли нас кто-то полечит. А мы побежали. Малые эффекты тоже на уровне. В целом, с графической точки зрения, претензий к игре особо нет. Ну, за исключением вот таких вот неадекватных пожаров, скажем так. То есть, то, как горит, например, данный объект, мне абсолютно не нравится. Attention! We have just picked up explosives. An explosive has been acquired. Мы прорываемся тут себе. Стрелять нужно гораздо ниже. Но надо, конечно, прилетать к... Нет, привыкать к оружию однозначно нужно, потому что... Очень сильная отдача, прям просто сумасшедшая. Так, попробуем взять медика.
посмотреть, что у нас из у медика есть. Стейн. То есть в целом у нас как бы... Ну вот, на самом деле кастомизация такая очень кустарная. С одной стороны, это, конечно, интересно и позволит разнообразить игровые моменты, но, опять же, здесь очень сильно страдает реализм. То есть поставить такие прицелы на... такого типа оружия, это, конечно, будет, мягко говоря, не очень хорошо. Кто-то активно нас стреляет. Это наш. Вот это уже не наш. Опять же, не могу понять, как посмотреть статистику того, сколько кто кого убил. Так, ладно. Это я понял. Быстрого доступа к статистике нету, приходится это делать через меню. Ну, допустим, ладно. Голос, спасибо тебе за разъяснение некоторых аспектов. Спокойной ночи, был рад тебя видеть на своем стриме. Подписывайся на канал, ждет много интересного. Спросить бесполезно, никто не планирует отыгрывать свою роль, даже будучи медиком. Поэтому приходится рассчитывать только на себя. Так, кастомизацию. Ну, кастомизация, я так понимаю, носит чисто косметический характер. Все закрыто. Будем воевать с тем, что есть. На самом деле, то, что кончилось топливо, это не критично, а вот то, что подпишешься, большое спасибо. У меня также есть свой канал на YouTube, где я выкладываю гличи для GTA и другую свою активность. Поэтому буду рад видеть тебя в подписчиках. Обязательно посмотрю твой канал и подпишусь.
decisive victory, soldiers. Incoming fire has compromised a few of our ships, but the majority of the fleet is intact. The Germans are scrambling to regroup. Так, три из трех объектов мы создали. And secure a foothold on shore. Переходим, соответственно, во второй день. Steadfast troops. Once we've taken back this harbor, the Kriegsmarine will be bloody well sunk. Do your bit and capture each garrison using whatever resources remain. You are Britain's finest, and the enemy are going to find out exactly what that means. Спасибо по поводу помощи с оформлением. Обязательно воспользуюсь твоим предложением. Attack the next sector now! Бришь ты, елки-палки. Наконец-то мы можем... Хотел сказать, наконец-то мы можем воспользоваться какой-то техникой. Нас тут же убивают. Прекрасно просто. Ладно, надеюсь. Как-то жестко нас прям прессуют. Определенно надо сейчас. Так, ну такой маленький радиус поворота. Ой. Пушка поворачивает, к сожалению, только на 180 градусов, не более того. Мы еще и перевернулись. Выйти из этой посудины непонятно. Так, посмотрим по поводу достаточности. Ну, возможно, разрешаем изменения. Я так понимаю, что она... Bloody problem over there! Да, разрушаемость, к сожалению, здесь средняя. То есть нельзя пробить дыру в стене и так далее. Только вот уничтожить ее какими-то серьезными взрывами и так далее. В этом плане разрушаемость, но именно по мелкому повреждениям она не отрабатывает.
thermoblast. Попробуем прорваться к тебе. Он там стреляет. А, вон. Какой меткий, а? Возьмем, пожалуй, снайпера. О, нас наконец-то вылечили. Спасибо, добрый человек. Скажем человеку спасибо. Порядке. Откуда нас обстреливают? А, я понял. Слишком поздно уже. Попробуем запросить помощь. Ну, видимо, помощи придется очень долго ждать. Берем снайпера. Судя по тому, что я вижу, мы потеряли почти все объекты. Попробуем хотя бы какие-то из них отвоевать. Успел кинуть гранату, но ничего страшного. Какая замечательная позиция. Потом пострелять из зенитного орудия. Пушка, мягко говоря. Не вызывает доверия. Потому что абсолютно не чувствуется стрельба из нее. К сожалению. Setting charges. Heads up, danger over there. Throwing grenade. Look alive, danger over there. Take an objective, Abel. I don't like the looks of that.
исправить проволоку мы не можем. По каким-то причинам, непонятно мне. Попали мы под перекрестный обстрел. We have now taken objective Baker. Совсем понятно, откуда ждать врага. Ну, вроде как неплохо отстаиваем свои точки. Попробуем прорваться. Кто там, помню, все стреляет, да? Я не могу понять. Человека в упор не вижу. Нормально. И это нормально. Так, мне нужна снайперская винтовка. Посмотрим, что из себя представляет кастомизация данного вооружения. Ну, на самом деле не настолько все дико, как я мог подумать. Здесь все более-менее цивильно. Попросим наших медиков нас поднять. Но я боюсь, что это бесполезно. Ладно, будем умирать. Не дает нам поснайперить. Thank you.
задержка дыхания у нас идет на левый стик, не на правый. Танк. Бегаем. Ничего, просто напросто. Будем живой мишенью. Такое так слабо попадает. Очень слабое это. Достаточно точно. Квик сколпить тут может быть и получится. Я прям не ожидал увидеть этот танк. Хотя он и есть на карте, но я как-то не обратил на это внимание. Да ёлки-палки. Первая награда у нас идет за снайпера. Попробуем на уровень врагов. Прицел достаточно низкой кратности, из-за этого мы не видим, как далеко пролетает пуля. Зато у нас очень хорошо видит. Ну, в целом, мне более-менее понятно, что из себя представляет Battlefield 5 на данный момент. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но, скажем так, игра достаточно интересная и заслуживает более внимательного к себе отношения в момент выхода, потому что на стадии бета есть достаточно много косяков. И если их не поправят на релизе, то, конечно, это будет печально. Но зная как бы то, что в релиз игра выходит обычно отполированная, я думаю, эти все косяки устранят.
Вот таким, собственно, получился первый взгляд на Battlefield 5. С вами был RuneNightmare. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И вас ожидает очень много интересного, как на Твиче, так и на Ютубе, на моем канале в Ютубе. Всего вам доброго!